Московский метрополитен приравняли к музею. Французский актер Пьер Ришар высоко оценил убранство российского столичного метро и отметил отсутствие навязчивой рекламы. На мой взгляд, метро является отражением людей, которые живут в городе, отражением социума. Абсолютно очевидно, что москвичи относятся к метро с большой любовью. Во Франции такого нет. Там обычное народное метро, признался Ришар. Легенда кинематографа устроил себе ночную поездку в метро в рамках своих гастролей в российскую столицу. Сюда он привез моноспектакль о собственной жизни «Пьер Ричард III».